Привет, зрители! Это у нас паук с кузнечиком. Крестовик атаковал кузнечика. Вы видите, как его хочет съесть. Но кузнечик хочет сопротивляться, но не получается. У него, видите, такие вот челюсти огромные. И шерсть есть. Видите, зрите. Он схватил его за ногу и побежал назад. У кузнечика этого есть вот что, видите, зрите. Такие вот красивые глазки. Он достигает, кузнечик, до 5 сантиметров с ногами, а без ног до 7-8. Пока, зрители, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Всего доброго.